первый курс. Когда мы говорим про бюджетное управление, управленческий учет, финансовый анализ, мы выравниваем базовые знания по финансам, даем структуру, то есть инструменты, как работать в уже созданной системе. А что касается второго курса, то здесь речь идет о том, как построить эту систему. Мы учим правилам постановки задачи для автоматизатора. Финансист и айтишник, они учились в разных вузах. Они друг друга не понимают. Мало того, когда вот приглашаешь компанию IT-разработчиков, они даже спрашивают: вы нам скажите, что вам настроить, мы сейчас настроим. Так вот, вы нам скажите, это может быть в виде двух-трех предложений, они ничего не поймут. Но если это в виде специальных, специализированных, я бы сказала, таблиц, которые успешно читает и финансист, и IT, то тогда у них возникает взаимопонимание, и мы можем эту систему настроить. Который базовый. Финансисты, экономисты, бухгалтера, которым надо освежить знания, либо их расширить, которые уже работают по утвержденным в компании правилам, в какой-то там системе и так далее. Второй курс «Технология построения бюджетного управления», он подойдет для финансовых директоров, для руководителей планово-экономических отделов, директоров по экономике и финансам. На этот курс очень практично приходить не одному, а вдвоем или втроем. Проект будет двигаться быстрее, комфортнее, и экономнее, экономичнее. Потому что команда внедрения в рамках одного человека – это все-таки очень сложно. Причем я уверена, что, пройдя курс, они могут самостоятельно разрабатывать регламенты, но для малых и средних компаний. Технология построения системы бюджетного управления, он разбит на несколько частей. Да? Первая часть – как выстроить финансовую структуру. Вторая – как построить бюджетную структуру. То есть шаг за шагом, прямо на сквозном примере, мы разрабатываем таблицы переноса информации, таблицы настроек 1С любой конфигурации. Что еще важно? Цель первого модуля, когда мы говорим про управленческий учет, про финансовый анализ, структурировать знания, получить какие-то новые способы анализа. Сейчас у меня на курсе много бухгалтеров пришло, да, научиться взгляду финансиста или экономиста, да, хотя занимает позицию бухгалтера. А у второго курса цель научиться выстраивать эту систему. То есть первый курс – это как в ней работать грамотно, а второй – научиться выстраивать. Причем знаний вот на втором уровне нужно больше, потому что я там не даю знаний в принципе по финансам, а только про построение системы. Результатом первого вы приходите в компанию и начинаете использовать какие-то другие инструменты анализа, да, начинаете лучше понимать и структурировать отчетность, то результатом второго, вот особенно продвинутые пользователи, то есть пока идет курс, они умудряются даже финструктуру простроить, ее согласовать с первым лицом компании, уже приходят ко мне с бюджетами и спрашивают: посмотрите, пожалуйста, вот я тут их уже разработал. Хороший курс, очень практичный.